Всем здравствуйте! Певица Натали счастлива замужем с 1991 года. Она мама троих детей. Теперь же ее заподозрили в очередной беременности, о которой она не говорила. Певицу Натали поздравляют с четвертой беременностью. Пронырливые фанаты изучили ее фото в Инстаграм и начали забрасывать артистку двусмысленными комментариями. Наталья Рудина опубликовала новое фото в своем Инстаграм. Она предстала в свободном пальто, которое не скрывало ее округлившуюся фигуру. Подписчики отметили неземную красоту звезды и ее молодость. «Наташенька, не открою Америки, но вы бесподобно невероятно, действительно ангельски красивы и милы. Поверьте, это говорит вам женщина. А женщины редко делают друг другу комплименты. Хочется на вас смотреть и улыбаться от счастья. Дай бог вам здоровья и такой чудодейственной красоты на долгие-долгие годы. Будьте счастливы и востребованы», — написали ей преданные фанаты. Некоторые обратили внимание на то, что артистка похожа в положении. На фото звезда как будто прикрывает свой живот сумочкой. Кое-кто подумал, что певица с кротким взглядом на что-то намекает. «Мы так и поняли. Вы тоже думаете, что она беременна? Правильно, надо добить семью дочкой. Как я рада, Натали беременна», — отметили фанаты. Напомним, Натали живет в браке с Александром Рудиным. У семьи трое детей – Арсений, Анатолий и Евгения. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.